От пациентки. Контроль после перенесенного заболевания. Пузырь воздуха справа под плеврой интересен прогностически. И в оригинальном описании как-то подозрительно, что ли, давно уже воспаление должно закончиться, мелкие очаги воспаления в стадии рассасывания с поражением остаточным паренхимы легких 5%, преимущественно в верхних отделах легких. Фиброз легких, воздушный пузырь под плеврой, двухстороннее увеличение лимфоузлов в плевральной полости. Просто контроль точности описания, пациентка чувствует себя хорошо. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 65 лет. Дата исследования – 12 мая 2021 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Справа ВС-5 единичная паракостальная була размером 23 на 21 на 26 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина единичной булы правого легкого. 13 мая 2021 года, доцент кафедры Кайман. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, с легкими и другими органами грудной клетки все в порядке. Каких-либо очагов, опухолей, фокусов пневмонии достоверно не визуализируется. Единичная була у человека в возрасте – это норма, ничего страшного в этом нет. Собственно, пневматизация легочной ткани восстановилась, и о каком-то поражении ее говорить не приходится.